народная артистка России Тамара Гверцутели и композитор-исполнитель Олег Шаумаров. Сколько надо видеть снов, улетая в окна? Сколько надо слышать слов, чтобы не оглохнуть? Сколько надо воскресать и не помнить боли? Я сорву себе с печать ради нас с тобою. Ты в моем сердце. С тобою. Ты в моем сердце. Нам бы согреться. Мысли по снегу. Кофе со льдом. Ты в моем сердце. И некуда деться. Если с разбега только вдвоем. Только вдвоем.